Всем привет, друзья! Канал куплен в Китае. Давно у меня на канале не было ремонтов, и сегодня займемся ремонтом. Это у нас ноутбук Lenovo. Если быть точным, моделька называется Y570. И ремонтировать мы сегодня будем клавиатуру и вентилятор. Но не спешите выключать видео, если у вас другая модель Lenovo. Зачастую разные модели одного производителя разбираются идентично, либо очень похоже. Поэтому конкретно этот совет может подойти и вам. Вы спросите, какое отношение это имеет к Китаю, а непосредственно самое прямое. Запчасти для ремонта я заказывал на Алиэкспрессе, там они самые дешевые. Вентилятор мне обошелся около 300 рублей, и клавиатура мне обошлась примерно в 500 рублей, итого около 800 рублей. Друзья китайцы нам помогают делать ремонт самостоятельно и недорого. В сервисе же такое бы обошлось в несколько тысяч. А для ремонта пригодится мне вот такой вот наборчик. Я про него все время в видео рассказываю и рекомендую его к приобретению, потому что реально он меня выручает постоянно. Для начала откручиваю несколько болтов задней крышки. После этого можно попробовать снять заднюю крышку, поддев вот таким вот образом. Здесь сразу сверху мы видим доступ к вентилятору, который мы как раз будем менять. Тут осталось открутить только вот эти три болта и отстыковать разъем. После этого вентилятор у нас без проблем вылазит. И давайте посмотрим, что с ним случилось. Посмотрите, вращается он не очень уверенно. То есть в последнее время он стал хуже охлаждать систему. Система стала перегреваться, здесь уже чистили, но все равно сам вентилятор, он достаточно сложен в разборе и в смазке, и я принял решение приобрести новый на замену. Вот так вот у нас вращается новый вентилятор, а вот так вот вращается старый. Вроде бы визуально сильно не отличается, но я туда уже подкапывал немножко масла, и возможно он стал лучше, потому что раньше он вращался буквально несколько секунд. И если вам интересно, вот так выглядит модель того вентилятора, который я купил, а вот модели оригинального вентилятора. По крепежу все подходит. Для того, чтобы к кончику отвертки магнитился болтик, мы воспользуемся вот такой вот штукой. Я как-то тоже показывал ее на канале. Штука очень полезная, постоянно мне помогает. Разъемчик подошел, хоть и вставился достаточно туго, поэтому аккуратнее вставляйте, чтобы не поломать. Давайте попробуем стартануть и посмотрим, будет ли вращаться вентилятор. Вот смотрите, вентилятор уже пошел крутиться, воздух есть, но он сейчас достаточно медленно крутится, то есть здесь регулировка скорости, и если совсем будет горячо, он будет крутиться намного быстрее и погромче. Сейчас он работает на небольших оборотах. Теперь покажу вам причину замены клавиатуры. Верхний ряд клавиш работает весь, а теперь смотрим буквенные клавиши. Как видно, вот этот вот ряд практически весь не работает. Продавец молодец, запаковал все очень хорошо, ничего не повредилось. Тут еще он такую мягкую губку снизу приклеил. Так, вот так вот у нас выглядит клавиатура. Давайте сравним. Русский текст везде есть. Ну, значки, может быть, немножко отличаются. Чуть-чуть шрифт пожирнее здесь. А в основном все очень похоже. Теперь близко смотрим на плату и находим вот такой значок клавиатуры и вот этот вот болтик. И дальше мы находим вот этот вот значок клавиатуры и вот этот вот болтик. И откручиваем их. После этого приступаем к снятию клавиатуры. Берем вот такую лопатку или карточку кредитную. И вот здесь вот по краям вот так вот поддеваем. Немножко отщелкиваем, и клавиатура пошла выходить. Вот в этом уголке
Также следует быть поосторожнее. Все, клавиатура у нас снята. Теперь аккуратненько сдвигаем от себя замок и вытаскиваем шлейф. К сожалению, как мы видим, клавиатура у нас черного цвета, а здесь у нас цвет шампань. И между клавишами вот этот пластик здесь именно так выглядит. Можно было бы его снять, если бы он был не заплавлен. Он по периметру везде как раз сидит на расплавленных шпильках. Поэтому заморачиваться с этим я не вижу смысла. И будем ставить черную клавиатуру. Вставляем аккуратненько до упора шлейф. Дальше задвигаем замок. И сажаем клавиатуру на место. Все, клавиатура поменена. Проверяем. Все, все ряды работают. Не все клавиши я, конечно, проверил, но главное, что второй ряд заработал. И теперь можно нормально работать на этом ноутбуке. В общем, видео кому-то было полезно, кому-то нет. Кому полезно, ставьте лайк. Желаю вам удачных интернет-покупок. Пока-пока.